Здравствуйте, дорогие пациенты. Очень часто на прием к пародонтологу приходят люди и говорят: «Доктор, у меня прыщ на десне, что делать?» Так называемый прыщ на десне – это зачастую не что иное, как свищевой ход или пародонтальный абсцесс. То есть это очаг инфекции, связанный с зубом. Не с десной, как многие думают, а именно с зубом. Что же делать? Необходимо обратиться как можно раньше к врачу. Это поможет вам сохранить зуб и окружающие его ткани.